Дагестане закрыли горнолыжную базу Чендырчыро. Причиной такого решения руководство туристического объекта назвало давление со стороны надзорных органов. В связи с закрытием базы без работы остались 80 человек. Горнолыжный курорт Чендырчыро – одно из популярных мест для посещения в Дагестане. Сюда приезжали покататься как местные жители, так и туристы из других регионов. Особую популярность курортная зона приобрела за счет проведения здесь всех основных соревнований в республике по зимним видам спорта. В администрации Акушинского района сообщили, что будут разбираться в причинах произошедшего. Напомним, туристический центр не принимал гостей весь прошлый сезон по причине отсутствия электричества.